Здравствуйте, с вами сегодня Яшкина и швейцарский бисквитный рулет. Вишенка. Покупай выгодно. kdvonline.com. Типа на сайте. Можно что-то заказать, видимо. И купить, наверное, с их какими-нибудь там скидками, бонусами. Значит, изготовлено это чудо у нас 09.08.20. И годно по 09.02.21 год. Всеми любимый Яшкина. Яшкина. Просто любить. Рулет бисквитный Яшкина вишневый. Масса нет, то 200 грамм. Состав. О, в составе спирт заметил этиловый. Ректификованный из пищевого сырья. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. Ну, пальмовое тоже есть. Везде суют пальмовое масло. Куда же без него? Дешевый заменитель дорогих аналогов. Значит, масса 200 грамм. Ну, тут вот стопудово 200 грамм. Вот прям вообще, прям точно. Ну, как бы я взвешиваю точнее, чем весы. Так, как распакуем. Потом будем пробовать. Посмотрим, какая там начиночка, чё кого. Тири-тири-ри-ри-рим. А как глянем, что тут такое у нас интересненькое. Тири-ри-рин. Тири-дин-дин-дин-дин-дин. Видим, какая красота, да? Кстати, равномерненько все так прям. Прям ух. Будто только что с духовочки. Так. Сейчас мы вот половиночку так. Чики. Чики. Хлопача. Опа. Далее что внутри? Похоже, честно говоря, вот раньше двери утепляли. Вот. Китайские жестяные, по ним вот шла такая изоляция, такая тонкая, такая вот коричневатая, как это сказать, как пенопласт такой. Но это не пенопласт, это больше как поролон, наверное, какой-то утеплительный. Вот, и что-то мне это вот напомнило, вот это вот дело. Сейчас мы так хлопочки, будет у нас тестовый прогон. Но мы можем прекрасно увидеть, что здесь толком даже и не видно-то. О, ну вот здесь вот чуть-чуть вишенки. Как-то вообще скудненько. Я вот не могу понять, вот почему так вот, ну, не любят людей совершенно. Если его тщательнее пропитать начинкой, вот он не будет такой сухой. Он, по сути, суховатый, я хочу сказать. Здесь этого желе совсем минимально. Ну, какие-то вот этот бисквит, этот сухой какой-то белый вот этот наполнитель, похож как на сухое молоко. В сочетании, конечно, оно очень таки здорово, в принципе. Но по мне так очень маловато наполнителя. Потому что вот этот, как я сказал, пенопласт, он суховат все равно. Его можно сделать насыщеннее, чтобы вот он прям таял во рту.
не скажу, что прям я вот в конкретном восторге, потому что, ну, вафли у них шикарные, да? От Яшкина. Ну, данный рулет, он просто, ну, не совсем шиковый. В принципе, до этого и круассан был не настолько прям хорошим. Маловато было начинки. Здесь тоже как-то скудненько. Просто могут лучше делать. Так что, друзья, на ваш выбор. Есть уйма еще других рулетов от других производителей, которые можно попробовать. Может, иногда к чаю, конечно, прикольно, но что-то как-то явно не вишневый и не Яшкино. Вот мое мнение. Так что тут уже вам решать, согласиться с этим мнением или нет.